все сделано. То есть три котельных основных, центральных, они самые крупные. Одна, вторая и третья. Ага. Мы сейчас находимся с вами здесь. Вот наш офис. Я понял, да. Вот наша котельная. Значит, трассы сделаны так. Здесь мы сумели их соединить, эти две котельных. И на сегодняшний день имеем возможность грузить каждую котельную по-разному. То есть мы можем здесь сделать границу раздела, можем здесь сделать, можем здесь сделать. В зависимости от того, какое оборудование, на какой котельной работает, мы можем прогружать ту или иную котельную. Ага. То есть подпитывать друг друга или это. Здесь сейчас установлено и в работе два котла по 2 мегаватта, 4 мегаватта. Довольно современные ВК-котлы Ивано-Франковского производства, но они очень хорошо себя зарекомендовали. Кроме этого, здесь еще два котла КВГ, это 7,5. Это гробы, от которых нужно избавиться. Занимают огромную площадь, они никак не эффективны, особенно вопросы циркуляции, там вообще капец с сопротивлением, и, в общем, эти котлы нас не устраивают. Здесь территория, здесь огромное помещение, здесь огромная площадь занимают эти два котла больших, от которых нужно избавиться. Никак этот куст не снабжен твердым топливом, ну или как вы его называете, биомассой. Что значит не снабжен, я не понял. Нету чем пользоваться, то есть нету вариантов больше, как здесь поставить котлы. А здесь отдаем мы туда. Ага, понял. Поэтому наша просьба, предложение, или как предложение, не знаю. Мы бы хотели, чтобы вы со своим оборудованием здесь поучаствовали. В этом помещении разместили свое оборудование. Или же на этой территории, реконструируя помещение. То есть это поедем все посмотреть. Посмотрим. Поставили полностью все, что вы предлагаете. Котлы и электроэнергию. Мы всей этой шарагой можем потребить 200 киловатт. Это наше потребление. Внутреннее, да? Да. Это в пиковую нагрузку 200 киловатт. Все остальное надо куда-то справлять. Продать в сети, еще чего-то. Ну, а сети далеко здесь? У нас десятка прямо на этой котельной. Прямо на этой котельной. Да, два трансформатора. То есть здесь бы было бы удобно.